Ну, я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений. В чем дело? Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами, ну что греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 миллиардов долларов. Пирожки там горячие раздавали на Майдане и так далее. А потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля, даже если это так называемые эксцесс-исполнители, есть такое юридическое понятие, то есть планировали одно, сделали другое. Все равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло. Тем более, что накануне этого госпереворота приехали три министра иностранных дел в Киев в 2014 году и подписали с действующей властью тогда соглашение и выступили в качестве гарантов этих договоренностей о том, что ситуация будет развиваться в политическом русле. Нет, ничего подобного. Совершили госпереворот, поддержали тех, кто совершил госпереворот. А затем последовали известные события, связанные с Крымом и с юго-востоком Украины, с Донбассом, где люди не поддержали этот переворот. Крым, как известно, принял решение, люди пришли на референдум и проголосовали вернуться в состав Российской Федерации. И естественно, мы не могли этого не поддержать. Тем более, что они подвергались опасности со стороны националистов и неофашистов. Я сейчас скажу, что есть полное подтверждение тому, что они тогда были правы. А потом начались события, или параллельно практически на Донбассе. К чему это привело? Люди, которые, по сути, начали сопротивляться такому развитию событий, начали подвергаться преследованию. И на этой территории киевские власти начали проводить военные операции. Провели две крупномасштабных карательных военных операции с применением тяжелой техники, авиации боевой. Прямо били, значит, по Донецку. Прямо по площадям лупили сверху. Значит, на танки, авиации и так далее. Обе эти компании военные оказались провальными. Они потерпели поражение. После этого возникли так называемые Минские соглашения. Или комплекс мер, как его официально называют, который показал путь мирного разрешения этого конфликта. И мы старались, делали все для того, чтобы пустить развитие событий именно по этому руслу, для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и защитить интересы людей, которые на этих территориях живут. А чего они требовали? Да, элементарных вещей. Право говорить на родном, в данном случае на русском для них языке. Жить в рамках своих традиций, своей культуры. Ничего особенного не было. Но ничего особенного. Нет. Значит, организовали блокаду этих территорий, отключили их от банковской системы, от продовольственного снабжения, от выплат пенсии, пособий и так далее. Там подачи какие-то подбрасывали, и то для того, чтобы получить эти пособия и пенсии, надо было проходить линию разграничения. Послушайте, вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе, значит, бродящие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. А потом, это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься. А потом мы видим, когда начинают травить этих животных, убивать их, расстреливать. Послушайте, но люди не на Донбассе, это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Ну что, особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать. Все эти годы, ну послушайте, 8 лет, 8 лет. Более того, в последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять публично о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Но они же говорят об этом прямо с экранов телевизора, в интернете, везде, публично говорят. Не нравится, не будем. При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда.
То, что белое, говорят, черное, а на черное, говорят, белое. В последнее время еще хуже. Вдруг заговорили о том, что собираются еще... То есть говорят уже давно, но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации, все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта. Крым российским, кроме нас с вами, никто не признает. Значит, они проводят военные операции на Донбассе, также полезут в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО, со всей организацией НАТО. Это что такое? Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятно. Значит, теперь заговорили о том, чтобы приобрести ядерный статус, то есть приобрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей. Тем более, что мы знаем, как этот так называемый Запад ведет себя по отношению к России. Во-первых, у Украины с советских времен есть ядерные компетенции. И что касается обогащения материалов ядерных, они смогут организовать эту работу. Есть ракетные компетенции. Один Южмаш чего стоит? Создавал ракетную технику баллистическую межконтинентальной дальности для Советского Союза. Но растят и сделают. А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем. Это сделали сами. Поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прямо будут держать нас на мушке, на ядерной, и все. Но как же мы можем пройти мимо всего этого? Это абсолютно реальные угрозы. Это не какая-то ерунда надуманная. И ребята наши, которые там сейчас сражаются, жизни свои кладут. Они кладут жизни, сражаются за наше будущее, за будущее наших детей. Это совершенно очевидная вещь. А люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа сегодняшнего руководства, должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. А что сейчас происходит? Я уже говорил о том, какие цели мы перед собой ставим. Первое, конечно, защитить людей, которые проживают на Донбассе. Каким способом? Путем демилитаризации и денацификации Украины. Придание нейтрального статуса. Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся. А у них в Конституции записано, что они идут в НАТО. Вы понимаете? В Конституцию записали. Значит, что такое денацификация? Ну, вот я с коллегами западными разговариваю. А чего такое? У вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там есть. Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой где-то бегают. Но разве мы поддерживаем это на правительственном уровне? Разве у нас ходят с факелами тысячи людей по столицам, или по Москве, либо по другим нашим региональным столицам, со свастикой и с этими факелами, как в 30-е годы в Германии. Разве это есть у нас? А там есть и поддерживается. Разве мы поддерживаем тех, кто убивал русских, евреев, там, даже тех же поляков во время войны? Разве мы делаем из них героев? А там делают. И то, что сейчас происходит, это тоже очень важно. Ну, вот смотрите. Захватили в заложники иностранных граждан. Вот в Сумах, в Харькове свыше 6 тысяч молодых людей, студентов, согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки. Послушайте, третьи сутки держат там ребят. Ну, всем сказали. Донесли это до действующего руководства Украины. Да-да, конечно, сейчас все сделаем. Донесли до лидеров ведущих европейских стран. Я лично говорил. Да-да, сейчас повлияем. Сказали генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Да, сейчас разберемся. Никто ничего не делает.